У нас доставка людей, перевозка людей. Нам надо вовремя их доставить на работу, с работы, с места доставить, ну, с АБК, допустим, на экскаватор, вот в этом, в доставке. И, ну, естественно, если ломается или не предоставляют, нам это надо вовремя среагировать, чтобы люди на работу попали, домой попали вовремя. Вот этим мы и занимаемся. Не знаю, ну, нравится, вот это мое. Я считаю, что это мое. Потому что у меня это получается сдоговариваться, где-то надо кого-то уговорить, где-то надо попросить. Ну, это когда получается, оно и нравится. Здоровья всем, терпение в нашей работе, терпение – это очень нужное. Поломок поменьше.